Приехали в Литву, хватит бездорожья и грязи, будем очень эстетично теперь ездить. Но всякое может случиться. И никто не скажет, что это нечеловеческие руки делали. Вот почти нормально. Так еще не все. Вот так. Так, у нас на двоих одна ложка и ни одной большой нет. И вы это себе на двоих сварили? Как нет, и вас будем угощать. Sing for me sweet lullabies. Ну, как всегда, после войны сделали колхоз, потом был пожар, но есть такое подозрение, что там пожар случилось
намеренно, потому что все было разворовано, и чтобы скрыть документы, все, ну, сгорело, сгорело, никого в тюрьму не посадили. Спасибо. Спасибо. Обстану.